Нам понадобится 45-й уголок, я так понимаю, это 32-я труба, прокат металла, также ведро подшипников, самых разнообразных. Также еще нужно поковыряться в корзине с всевозможными запчастями и найти подходящие валы для этих подшипников. Размечаем нашу будущую раму на уголке и отрезаем две заготовки. Далее отмеряем трубу и также отпиливаем, ну, я брал на глаз, это по факту рельсы, направляющие. Для направляющих нам потребуется 4 части данной трубы. Берем, отпиливаем. Далее нам нужно просверлить отверстия, соответственно, для этих труб, на которые они будут навариваться. Начинаем с малого сверла и заканчиваем все ступенчатым. Делаем 4 отверстия. Расшарошивают до самого крупного, ну, я думаю, это 32 как раз тоже диаметр. Было довольно тяжело, поэтому пришлось взять низкоборотистую дрель и уже с маслом прям аккуратно, медленно ковырять. Далее обтесываю края этого прутка или проката, я не знаю, что это, обрезаю, торцую. И нам нужно все зачистить хорошенько на наждаке, все края и заусенцы, чтобы более-менее нормально получилось сварить. Да, забыл, я же говорил, что нужно трубу на 4 части попилить. Соответственно, да, делим еще. И приступаем к сварке. Сначала прихватываемся, аккуратно размечаем и уже провариваем по месту. Получается такая вот рельсовая система. Наша станинка ерзает по этим рельсам, вообще замечательно, очень прикольно. Далее убираем шлак небольшим молоточком и уже методом исключения, подбора или тому подобного подбираем, соответственно, сами подшипники. Делаем разметку и в любом случае мы в ней ошибемся, да, как я в дальнейшем сейчас ошибусь. Привариваем валы для подшипников. Находим еще один центральный вал для более крупных подшипников. Насколько понимаю, это какой-то вал из коробки. Отпиливаем его и также привариваем, прихватываем. И вот такая беда у нас получается, не соосно, то есть я провафлил размеры. Берем и отпиливаем один из более мелких прутков и перевариваем заново. И вот, видимо, в этом месте он-то и отвалится. А теперь, естественно, красим. Наш фирменный цвет — цыганщина. Теперь нам нужно придумать сам рычаг, которым крутить. Соответственно, нужно как-то прикрепить данный рычаг к подшипникам, потому что нам нужно крутить именно подшипники, а не вал. Я нашел, я так понимаю, это с коллектора пластины, возможно. Я убираю эти ушки, крепление. Зачищаю на наждаке. Ах да. Для рычага я беру профиль 20 на 40, сверлюсь в нем, расшарошиваю отверстие, и в это отверстие я вставляю гайку М8 и накручиваю на нее ручку от, по-моему, от старой ручки от болгарки, и слегка прихватываю, соответственно, резьбу саму, чтобы ручка зафиксировалась. И дальше я уже привариваю эту переходную пластину к обойме подшипника. Ну, так на точке прихватил, на самом деле надо было сильнее проварить, потому что точки эти все равно будут слетать. А дальше я уже привариваю непосредственно эту пластину к самому профилю, к рычагу, к нашему. И сверлимся в центральном, получается, валу для того, чтобы зафиксировать.
нарезаем там резьбу. В итоге я потом мечик сломал. Ну, это вообще отдельная история. А мелкие валы я добавляю просто еще один подшипник снизу и фиксирую, просто сваркой прихватил, и все, и не стал заморачиваться. Наш вороток мы зачищаем от швов, ну, точки, да, на самом, на самой обойме подшипника. Ставим уже все по месту, фиксируем болтиком. Я дополнительно подложил еще шайбочку, чтобы все более-менее поджимало, не болталось. И как бы вот единственное изделие, которое получилось сделать на данном агрегате. Потом я попробовал прокатать там уголок, но не срослось. Хотя я видел такие изделия, из уголка очень прикольно получается. И оторвался вал. Я, возможно, сниму вторую серию, где мы его полностью переделаем. И вы могли заметить, что как бы я уже не за столом, а решил снимать уже все в мастерской. За столом у меня просто сейчас сегодня все дома, и я снимаю, у меня мой этот угол на мансарде находится. Соответственно, если я буду трындеть и что-то снимать, будет слышать это весь дом, это не самая большая проблема. Я просто буду всем мешать. И я пытался там попробовать забиться где-нибудь в кладовке, в чулане, но это не кайф. А кайф здесь, я вроде выставил свет, все накидал, там сзади даже лампочка типа неоновая. Клево так создает фактурно. Возможно, видос получился херовый, да, неинтересный. И по факту это неудачная вещь, неудачная самоделка. Но я заморочился, полдня, блин, это снимал, полдня варил, насрал на швы, да, ребята. Вот такая вот беда, я не могу ничего с этим сделать. Но мы будем учиться варить, и я очень хочу на самом деле купить полуавтомат, потому что инвертором, ну, не все можно варить. И мало того, что ты можешь не проварить, у меня всего лишь на 160 ампер. Толстый металл им не всегда возможно проварить нормально, а тонкий, он просто прожигает. Дальнейший видос в пятницу, соответственно, завтра, да, выйдет еще один видос. Это будет стойка для сверления. Короче, это стойка для дрели. У меня есть сетевой шуруповерт интерсколовский, там что-то за 2000, по-моему, сам простой. И попробуем над нем поиздеваться. Это будет тема из профиля, ну, не особо сложная, можно так сказать. А еще в планах сделать кальян из распредвала. У меня и остался один распредвал в запасе и тормозной диск как раз с каналом внутренним распредвал. И я планирую там пропустить трубку внутри, ну, то есть такая прикольная тема будет. Сама колба будет установлена на диск тормозной, задарю корешу. И на этом все, спасибо большое, что смотрите меня, как бы, в любом случае активность прикольна. Спасибо большое вам, даже если вы говно пишете, вы создаете активность, вы помогаете мне. Возможно, я научусь варить в процессе и не буду срать швами там, или срать сваркой. Вам стоит, кстати, обязательно подписаться и посмотреть вот эти видосы, они здесь появятся. Посмотрите старенькие видосы мои. Спасибо большое.